И не было среди них правды. И встал род на род, и стали воевать друг с другом. На этой огромной земле все было в изобилии. И только мира не было. Каждое племя и каждый род яростно отстаивал свою выгоду и свои интересы. До тех пор, пока не оказались на самом краю. Еще немного, и жить на этой земле будет некому. Со всех концов необъятной лесной страны шли люди. Земледельцы, купцы, охотники, воины. Все, кто уцелел в кровавой усобице. Шли с опаской, оглядываясь на соседей, готовые в любой момент выхватить меч. Шли, чтобы решить свою судьбу. В 862 году начался отсчет истории русского государства. Через 50 лет Русь уверенно выйдет на мировую арену. Через 120 превратится в сильную христианскую державу. Она выдержит нашествие, разорившее многие государства. Переживет могучие империи. Распространившись по континенту, станет самой большой страной мира. И на протяжении 7 веков ее судьбу будут определять потомки одного княжеского рода, ставшего великой династией. В середине V века на огромной территории между тремя морями, Черным, Белым и Балтийским, широко расселились славянские племена. Словения, как они себя сами называли, означало «владеющие словом», то есть говорящие на понятном языке, в отличие от соседних народов, речь которых славяне не понимали и потому называли немцами, то есть немыми. Управлялись славяне народным собранием – вече. Основными занятиями было оседлое пахотное земледелие, лесные и речные промыслы. Предпочитали селиться вдоль рек. Река и кормила, и давала путь в иные земли. Поселения обносили частоколом, оградой, и называли градами. Скандинавские купцы, самые частые гости на русском севере, будут настолько впечатлены количеством укрепленных поселений, что назовут эти земли Гордарики – страна городов. Леса вокруг изобиловали пушным зверем. Северные меха были самым дорогим и популярным товаром мировой торговли. Цена соболей, бобров и куниц на рынках Запада и Востока превышала их закупочную стоимость в 1000 раз. Благодаря мягкому золоту, небольшое поселение на берегу реки Волхов всего за полвека превратилось в процветающий город купцов и ремесленников, который славяне называли Ладога. Древняя Ладога располагалась на высоком мысу. На берегу были торговые пристани и судоремонтные мастерские. Оставшимися от корабельной обшивки досками ладожане мостили улицы и выстилали полы в домах. Центром города был торг. Там же собиралась веча. Вокруг торга плотно располагались мастерские – ювелирная, косторезная, слесарная, керамическая и литейная, где по арабской технологии варили особые бусы – глазки. Этими бусами расплачивались с лесными охотниками за пушнину, которую потом перепродавали приезжим купцам за серебряные монеты – дирхемы, имевшие хождение на всех рынках Европы и Азии. Сверхприбыли Ладоги имели свою оборотную сторону. Они часто привлекали разбойников. Но
Но страшнее любого набега оказалась война между своими. Каждое племя и каждый род хотели иметь свою долю в меховых барышах. Договориться между собой они не смогли. И лишь оказавшись на пепелище, славяне и лесные народы опомнились и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Общий совет племен решил: нужен князь, но такой, чтобы не имел ни корней, ни интересов на этой земле. Чужак. Он должен быть отменным воином, чтобы организовал надежную оборону, и опытным правителем, чтобы распределял прибыль и вершил суд. Такого человека нашли за морем, в северной стране. Князя звали Рюрик. Личность Рюрика остается в значительной мере былинной. Наиболее обоснованная научная теория отождествляет первого русского князя с прославленным датским конунгом Рориком Ютландским, который исчезает со страниц западных хроник на момент призвания князя славянскими племенами. Альтернативные версии о славянском, иранском и даже кельтском происхождении Рюрика не выдерживают проверки по археологическим и лингвистическим данным. Не подтверждают этого и письменные источники. Всю жизнь он жадно искал славы. Всю жизнь воевал. Лучшие воины Севера были готовы идти на край света, если он позовет в поход. Он был удачлив, отважен и безжалостен. И вот пришли послы из страны городов и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить, и владеть нами». В этих землях все было в изобилии. Леса и реки, мед и пушнина, нежные женщины и отважные воины. Там конунг будет богат. Но будет ли он свободен? Нет. Послы дали понять, он должен принести перед всем народом воинскую клятву. Скандинавские воины клялись удачей. Нарушивший такую клятву был обречен погибнуть от собственного меча. Кто он? Воин или разбойник? Наемник или правитель? Как назовут в веках конунга Рорика? И все-таки Рюрик и его воины решили принести клятву и служить этой стране и ее народам. Служить по договору и обычаю. Верно. Навсегда. Согласно договору, князь должен был оборонять славянские земли и разбирать споры между племенами. За это он получал право сбора дани с населения и, возможно, процент с торговых операций. В 190 километрах от Ладоги Рюрик заложил крепость, одновременно и княжескую резиденцию и форпост на важном участке торгового пути. Позже это место назовут Рюриковым городищем. Некоторое время именно здесь был военный и административный центр славянских земель, пока ниже по Волхову не возник новый город, который так и назвали – Новгород. Новгород Великий делился рекой Волхов на две стороны – левобережную, позже будет называться Софийская сторона, и правобережную – торговая сторона. Большинство улиц имели деревянные мостовые, которые на два века старше парижских. Самая большая площадь находилась возле княжеского двора. Там обычно собиралась веча. В XII веке Новгород станет первым на Руси вольным городом-республикой с правом приглашать и изгонять князей. И будет сохранять свою политическую самостоятельность более трех веков. Экономическая мощь господина Великого Новгорода, владеющего землями от Прибалтики до Урала, сделает его одним из богатейших городов Европы. Под властью Рюрика оказались обширные земли.
возможности открывались поистине сказочные. Тысячи купцов, которые шли со своим товаром по Волхову, платили пошлины за право прохода. Новгородский князь держал в своих руках торговые пути – Древний Волжский из Варяг в Персы и Новый Днепровский из Варяг в Греки, который шел в Византию. Византийская империя унаследовала земли и цивилизацию античной Греции и Рима. К IX веку она занимала огромную территорию – около 3,5 миллионов квадратных километров. На протяжении столетий империя была самым могущественным государством Средиземноморья. Столицей империи Константинополь, который на Руси называли Царьград, был самым большим городом средневекового мира. О красоте и богатстве Царьграда на Руси слагали легенды. Византийские купцы привозили на северные рынки невиданной красоты ткани и драгоценные украшения. Константинополь был заветной целью любого воина, сказочным городом, где исполняются мечты. Мысль о Константинополе не давала покоя Рюрику. И вот на 4-й год правления он отправил своих доверенных воевод Аскольда и Дира с войском испытать удачу. Шло время. Купцы из далеких земель приносили смутные вести о том, что приходили, мол, к Константинополю корабли росов. Поднялся шторм и разметал их. Но Аскольд и Дир не погибли под стенами Константинополя. Они вернулись, только не в Новгород, а в Киев, в самый центр торгового пути, и стали там княжить сами. В государстве, которое еще только складывалось, возникли 2 центра власти. Киев находился ближе к Великой Степи и Византийской империи. Новгород был ориентирован на Северную и Западную Европу. От того, какой из городов станет главным, зависело геополитическое развитие будущего государства. Но решать это довелось уже не Рюрику. Первый русский князь, пришедший из-за моря, теперь навечно уходил туда, откуда нет возврата. И провожали его со всей возможной торжественностью, стараясь облегчить умершему путь в иной мир. Языческий похоронный обряд предполагал огненное погребение. Считалось, что вместе с дымом душа уходит в верхний мир. Тело умершего размещали на сложенном из бревен сооружении. Рядом с ним все, что может понадобиться в загробном мире, включая рабов и коней. Знатных воинов хоронили в ладье. После сожжения прах собирали в особый сосуд и насыпали над ним курган. Затем следовала тризна, поминальный пир и своего рода турнир – состязание в воинском искусстве. Заморский князь выполнил все, что обещал, и свои клятвы не нарушил. И кем бы он ни был – славянином или скандинавом, опытным правителем или удачливым разбойником, князь Рюрик стал основателем первой правящей династии в стране, история которой началась с договора между правителем и народом. У этой страны не было ни названия, ни единой территории, а ее князю не исполнилось и 2 лет. По завещанию Рюрика власть принял его доверенный воевода Олег, и он должен был править до тех пор, пока не войдет в совершенные лета сын Рюрика. Судьба династии оказалась в руках человека, который не был связан с ней по праву крови, но стал ее опорой по законам чести. Год 882. По рекам бескрайней лесной страны медленно двигалось огромное войско. Его вел молодой воевода Олег. Он шел на Киев, чтобы устранить препятствия для свободной транзитной торговли самозванных князей Аскольда и Дира. Настоящий, законный князь Игорь Рюрикович был слишком мал и не помнил своего отца. Олег стал для него всем. Воспитателем, защитником, учителем. В этом походе Олег преподал ему первые серьезные уроки.
Идя по Днепру, он взял под свой контроль два города на стратегически важных участках торгового пути – Смоленск и Любич. И только обеспечив надежный тыл, воевода подошел к Киеву под видом купеческого каравана. Олег высадился на берег с маленьким Игорем. Самозванные князья Аскольд и Дир вышли посмотреть заморские товары. И навстречу им из кораблей посыпались воины. Олег заявил: «Не князья вы и не княжеского рода», и показал Игоря. «А это сын Рюрика». Ответить киевские правители не успели. Их убили тут же, на пристани. Захватив Киев, Олег объединил под своей властью огромные территории и получил контроль над большей частью торгового пути из Варяг в Греки. Новгород стал северным форпостом страны, а Киев – ее сердцем. Из Киева Олег начал распространять свою власть вдоль пути из Варяг в Греки на все области, куда могли дойти его войска. Первым делом он отправился войной на древлян. Единственные из всех поднепровских славян, древляне не платили дани никому и менять это положение не собирались. Но противостоять свирепым варягам киевской дружины не смогли. Олег разбил древлян и обязал их уплачивать Киеву ежегодную дань. Через год Олег пошел на северян, и те, наслышанные о расправе с соседями, побросали оружие в первом же бою и согласились платить такую же дань. Следом под власть Киева перешли радимичи на тех же условиях. Схема присоединения была везде одна и та же. Власть киевского князя выражалась в его праве собирать с подчиненных земель дань. За это он предоставлял варяжский гарнизон для защиты и ставил для него небольшую крепость. Эти форпосты Олега станут основой многих городов Южной Руси. Прошло много лет. Почти весь торговый путь из Варяг в Греки находился под контролем киевского князя Олега, и нескончаемые купеческие караваны, уверенные в своей безопасности, двигались по Днепру. Оставалось добиться выгодных условий торговли на главном рынке Европы – в Константинополе. Олег отправился на Царьград, оставив в Киеве уже взрослого князя Игоря Рюриковича. Олег не был уверен, что вернется живым. Слишком трудный и опасный поход ему предстоял. Из Киева вышло невероятное по тем временам войско. Огромный караван боевых кораблей. Скандинавские морские корабли «Дракары» и «Шнекеры» длиной от 10 до 20 метров приводились в движение парусом и гребными веслами и могли развивать ход до 12 узлов, более 20 км в час. Изогнутые элементы конструкции, шпангоуты и кили, делались из древесных стволов, имеющих естественный природный изгиб. Причем детали не пилились, а расщеплялись вдоль волокон, что придавало им особую гибкость и прочность. Для плавания по рекам использовались славянские ладьи – моноксилы. Они строились из крупных выдолбленных стволов дуба и липы, на которые наращивались доски бортов. Ладьи могли нести до 20 тонн груза и развивать скорость до 7 узлов. Флот Олега прошел по Днепру. Преодолел каменные зубы днепровских порогов, мимо которых корабли пришлось тащить волоком. Выдержал морские шторма, едва не разбившие их в щепки о прибрежные скалы. В голубой дымке Босфора уже угадывались золотистые очертания заветного города мечты. Никто не остановил их на подходах к Царьграду. Город был как спелый плод, готовый упасть в руки русскому князю Олегу. Но путь преградила огромная цепь через весь пролив. «Варвары будут беспомощны без своих кораблей», — считали жители Константинополя. И тогда Олег велел вытаскивать суда на берег и ставить их на деревянные катки. Греки были потрясены. Варварские корабли шли по суху, как по воде.
Не успели они опомниться, как огромное войско уже стояло под стенами города. Навстречу Олегу вышли греческие послы. Никогда еще надменному Константинополю не приходилось так почтительно говорить с варварами. Греки сказали: «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». Но Олега не интересовали ни почести, ни подарки. Ему нужны были торговые льготы для русских купцов. И он своего добился. Был заключен договор, по которому русские получали право беспошлинной торговли в Константинополе. Неслыханное преимущество, какого не удавалось добиться еще никому из варварских, то есть языческих народов. Это означало международное признание русского государства. В знак этого Олег велел прибить над воротами Царьграда свой боевой щит. Международная торговля, основа экономики молодого русского государства, получила зеленую улицу. Путь из варяг в греки заработал в полную силу, питая товарами и серебром славянские города. Олег вернулся в Киев с невероятной, сказочной победой, достойной великого героя. И с прозванием Вещий. Тот, кто может прозревать будущее. Слово «Вещий» происходит от древнего индоевропейского корня «вет», который означает «владение тайным знанием». Отсюда индийские веды, собрание заветной мудрости, и русские ведун и ведьма, маги, целители, посредники между мирами. По другой версии, прозвание «вещи» — это перевод имени князя. Олег или Ольг — славянский вариант скандинавского «хельги», что означало «священный», «святой», «наделенный даром предвидения». Каким же было личное имя человека, который вошел в историю как «Вещий Олег», неизвестно. Как неизвестна и настоящая причина его смерти, и даже место захоронения. Курганы, называемые «Олегова могила», сохранились и в Киеве, и в Ладоге. Всего за полвека, время, равное одной человеческой жизни, Вещий Олег превратил разрозненные земли в огромное по меркам той эпохи государство. Территорию, которую оставил ему Рюрик, он увеличил почти вдвое. Олег выполнил все, что должен был сделать, и растворился в тумане древних легенд, передав власть законному наследнику Игорю Рюриковичу. Много лет его считали всего лишь тенью Вещего Олега. Он был князем только на словах. Пришло время для дела. Он, князь Игорь Рюрикович, еще успеет стать победителем, и герои Царьграда торжественно поднимут его над собой на боевых щитах. Игорь давно вошел в совершенные лета и хорошо знал, как именно следует править, воевать и вершить суд. Теперь он был настоящим князем и для дружины, и для киевлян, и для той простой дочери лодочника, которая стала для него важнее всех на свете. По легенде, еще в юности, охотясь в псковских лесах, князь Игорь вышел к переправе. Сев в лодку, он обнаружил, что вместо перевозчика правит веслом девица, и что она очень хороша собой. И разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. Она же сказала: «Не обольщайся, не возьмешь меня силой. Лучше мне будет, чтобы глубина реки этой поглотила меня, чем быть тебе на соблазн». Устыдившись, Игорь в молчании перебрался через реку, запечатлев все это в сердце своем до времени. Вернувшись в Киев, Игорь повелел разыскать прекрасную лодочницу и женился на ней. Так девушка из Пскова именем Ольга стала княгиней Киевской. В Древней Руси брак заключался в результате договора между родственниками невесты и женихом или его родственниками. Древний обычай похищения невесты давал мужу полное право собственности на жену.
Более поздний обычай – выкуп невесты – вено – оставлял женщине определенные права, в том числе и право на развод и повторное замужество. С того момента, как невесту приводили в дом к жениху, она символически умирала для своего рода, чтобы заново родиться в семье своего суженого. Поэтому муж на руках вносил в свой дом молодую жену, как новорожденного младенца. Оставшись наедине, молодые должны были съесть кашу одной ложкой на двоих, отварную курицу и ковригу хлеба. Потом новобрачная снимала с мужа обувь в знак своего подчинения. В правом сапоге обычно пряталась монета, а из левого муж доставал плетку и обозначал легкий удар в знак своей власти над женой. Власть киевского князя на большей части русского государства была весьма условной. В каждом племени были свои правители, собственные обычаи и местные боги. Подчинение Киеву выражалось только в уплате ежегодной дани. Но эту дань на них когда-то наложил Вещий Олег, и после его смерти далеко не все хотели платить новому князю. Первыми отложились от Киева древляне, и князь Игорь пошел войной на древлян, разбил их и наложил дань больше прежней, чтобы другим было неповадно. А богатую добычу раздал дружине, чтобы вернее служила. Дружина – княжеское войско численностью 200-400 человек, наиболее боеспособное ядро всей древнерусской армии. Вознаграждением за службу во время войны была добыча, а в мирное время – доля в собранной дани, угощение на пирах и подарки князя. В первое столетие истории Древней Руси князь был только первым среди равных в своей дружине и вынужден был считаться с ее интересами. Если же князь по какой-то причине дружину не устраивал, например, редко ходил в походы или был недостаточно щедрым, дружина могла уйти к другому предводителю. После подавления древлян долгое время больших походов не было. Год от года росло недовольство дружины. Но в 939 году в Киев явились греческие послы и предложили князю выступить против кочевников-хазар, которые стали досаждать империи. Предложение подкрепили богатыми дарами и льстивыми речами. О, как нуждается император в помощи великого воина князя русского! О, какая слава и богатая добыча ждет того, кто разобьет хазар! Игорь, не раздумывая, согласился. Русское войско отправилось в поход и было наголову разбито хазарами. Чтобы сохранить остатки войска и вернуться домой, Игорь был вынужден заключить мир с хазарами. На их условиях. От него потребовали ни много ни мало вступить в войну с самой Византией. Игорю давно следовало показать, на что он способен. Он решил пойти на Царьград дорогой Вещего Олега и превзойти его в подвигах, добыче и славе. После 2 лет тщательной подготовки русское войско вышло в поход на Царьград. Князь Игорь собрал все свои ресурсы. Огромный флот сопровождала конница, идущая по берегу. Проведенная разведка помогла выбрать наилучший момент для нападения, когда греческий флот воевал с арабами, и Константинополь остался без защиты. И когда флот Игоря подошел к Босфору, у входа в пролив их встретили 15 жалких суденышек. Боевые корабли русов взяли их в кольцо. И вдруг греческие скорлупки взорвались огненным смерчем. Так русские впервые столкнулись с греческим огнем. Греческий огонь – это секретное оружие византийцев. Горючая смесь на основе нефти и селитры, которая не гасла в воде. Точный состав ее хранился в строгой тайне и неизвестен до сих пор. Смесь разогревалась под давлением в особых котлах на корабле и выбрасывалась на 30 метров через бронзовые трубы – сифоны. Управляли ими мастера-сифонарии.
На византийских дроманах, легких парусно-весельных кораблях, обычно ставили по 3 сифона на носу судна. Против русов установили дополнительные сифоны на корме и по бортам. Корабли подпустили русский флот как можно ближе и залили его огнем. Игорь потерпел сокрушительное поражение и с остатками войска отправился во свояси. Из-за плохой организации похода на обратном пути часть русских выкосила дизентерия. В Киев Игорь вернулся без добычи и почти без войска. Но следующей весной он снова пошел на Царьград. На этот раз с союзниками, печенегами из Великой Степи. Летучая конница степняков была хорошо известна в византийских провинциях своими дерзкими и жестокими набегами. Император не стал испытывать судьбу. Он выслал навстречу Игорю послов с богатыми дарами и предложением обновить старый договор. Подписав выгодный торговый договор с империей, без единой битвы, Игорь вернулся в Киев, считая себя победителем. Эта осень стала самым счастливым для него временем. У него родился долгожданный сын. Мальчика нарекли Святославом, первым славянским именем в истории Рюриковичей. Теперь Игорю было кому передать престол. Все племена безропотно платили дань, и государство находилось в полной его власти. Как ему казалось. Дань с покоренных племен собиралась во время полюдья. Так назывался ежегодный объезд всех подвластных земель, который князь в сопровождении дружины начинал осенью, а заканчивал к весне. Оговоренное количество пушнины и серебра собиралось в мешки и скреплялось княжеской печатью. Поверх этого, пользуясь обычаями гостеприимства, князь требовал пропитания для себя и дружины, а также охотно принимал богатые дары. Размер дополнительных поборов не регламентировался. Полюдье могло сопровождаться грабежом и притеснениями местных жителей. Зимой 944 года, когда князь Игорь уже возвращался с полюдья из земли древлян, его дружина сочла, что взять можно было бы и побольше. Игорю в пример привели его собственного воеводу. Мол, дружина Свинельда разжилась новым оружием и одеждой в изобилии. Игорь не терпел, когда чужая удача превосходила его собственную. И он вернулся к древлянам, чтобы взять с них дань по второму кругу, в нарушение всех правил и договоров. Древляне не желали быть покорными жертвами княжеского произвола и вышли против Игоря, как против завоевателя. Князь был взят в плен и подвергнут позорной и мучительной казни. Его привязали за ноги к верхушкам деревьев и, отпустив согнутые стволы, разорвали надвое. Чтобы другим было неповадно. Тем, кто будет править в Киеве после Игоря. Если будет. Такое уже было много лет назад, когда после смерти Рюрика во главе зарождающегося государства оказался младенец Игорь. Но за ним возвышалась мощная фигура воеводы Олега. Теперь князем киевским стал 3-летний Святослав. И при нем хрупкая женщина, его мать, княгиня Ольга. Ее князь погиб, и теперь она была просто беззащитной вдовой. А тот, кто убил ее мужа, имел право на все, чем владел покойный. И на власть, и на Киев, и на нее, Ольгу. Древленский князь мог просто прийти и взять, но предложил почетный выход из положения. Он прислал к Ольге сватов. Она оценила этот благородный жест и, в свою очередь, оказала сватам высокую честь. Их донесли до терема на руках, прямо в ладье.
На княжеском дворе уже была готова большая яма с огнем, куда и сбросили древлянских сватов прямо в ладье. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Так началась война княгини Ольги. Она пошла на столицу древлян Искоростень. Город, в котором принял смерть ее муж, подлежал уничтожению. По обычаю, битву должен был начать князь, первым бросив копье. Трехлетнему Святославу не хватало ладошки обхватить древко, и он принял тяжелое боевое копье двумя руками. Поднять еле смог, зато сумел бросить. Вперед, на врага. Копье тут же упало на земь, и над полем прогремел зычный голос воеводы. «Князь уже начал. Последуем, дружина, за князем!» И загудела земля под копытами конниц. Убедившись, что Искоростень неприступен, Ольга, по словам летописца, пошла на военную хитрость. Она заявила древлянам, что готова уйти, взяв символическую дань. Всего по 3 голубя и воробья с каждого двора. А своим воинам велела привязать каждой птице горящий труд и пустить их обратно. Воробьи и голуби вернулись на свои дворы, и город запылал. В 18 веке немецкий ученый Август Людвиг Шлёцер, изучая древнерусские летописи, пытался выяснить, могут ли птицы переносить на себе огонь. Жестокий эксперимент окончился неудачей. Птицы гибли немедленно. Сожжение города с помощью птиц – это распространенный сюжет мирового фольклора. Он встречается, например, в легенде об Александре Македонском и в скандинавских сагах. У многих народов птица символизирует небесный огонь. Отголосок этих представлений сохранился до наших дней. Есть примета, что случайно залетевшая в дом птица якобы предвещает пожар или смерть. Каким именно образом был сожжен Искоростень, неизвестно. Но город, несомненно, был уничтожен. А как сожгла город, старейшин забрала в плен, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань. Ее война была окончена. Жизнь потеряла смысл, и нужно было искать новый. Месть не утешила княгиню. Пролей хоть море крови, погибшего мужа не вернуть. Ольга осталась одна с маленьким сыном и огромной страной. Древлянский мятеж показал, причиной всех конфликтов был сбор дани, больше похожий на грабеж. Если оставить все как есть, Русь расползется на лоскуты. И княгиня взялась за дело. Княгиня Ольга учредила уроки, строго определенные размеры дани, погосты, места, куда ее следовало свозить, и уставы, сроки и правила сбора. На смену произволу дружинного полюдия с разорительными пирами и вымогательством пришла четкая система налогообложения. Все земли от Киева до Новгорода были поделены на области. В каждый поставлен княжеский администратор из числа заслуженных старших дружинников, который подчинялся только княгине и перед ней отвечал за все, что происходит в его области. С этого момента и вплоть до смерти княгини Ольги нет ни одного упоминания о мятеже какого-либо из подвластных Киеву племен. Привыкший к размеренной жизни Киев бил ключом. Княгиня отправлялась в поход за 3-9 земель в самый Царьград. Горожане устали считать тюки, которые заносили по сходням бесчисленных ладей. Сопровождение насчитывало не менее 1000 человек, не считая воинов охраны. Ольга собиралась с необыкновенным размахом. Но не на войну, а на переговоры. Она горела нетерпением, непонятным никому из близких. Торопила корабельщиков. Бурные днепровские пороги, дожди, ветра – ничто ей не было помехой.
Ольге нужно было универсальное и мощное средство для укрепления своего государства. Где искать его, как не в Византии? Огромной империи, уже много веков объединяющей разные народы. Когда спустя месяц Ольга прибыла в Царьград, греческие дипломаты ломали головы над тем, как совместить выверенные шаблоны официальных приемов с необычным визитом, цель которого им была не ясна. Договоры подписывали обычно послы, Ольга же явилась сама. Наконец, после долгого ожидания, состоялся пышный прием. Прием проходил в Магнавре, зале для парадных церемоний, предназначенном для самых значительных особ. Пышно украшенный золотом и самоцветами императорский трон был оснащен сложной механикой. При нажатии потайного рычага на позолоченном дереве начинали петь заводные птицы. Сам трон плавно поднимался и опускался. А львы у его подножия били хвостами о землю, раскрывали пасти и, высунув языки, издавали грозное рычание. Это представление обычно производило ошеломляющее впечатление на иностранных послов. Все иноземцы должны были выполнять ритуал проскинесиса – простирание ниц перед императором. Статус русской княгини не позволял этого выполнить, поэтому Ольга лишь слегка склонила голову. После долгого и пышного церемониального действа Ольга получила возможность наедине поговорить с императором. Содержание этой беседы неизвестно, но после нее Константин взял паузу на целых 40 дней. У нее появилось время познакомиться с сокровищами величайшего города мира и, прежде всего, с его бесчисленными святынями. Единственным из греков, кто оказался рядом с княгиней во время ожидания, был патриарх. Он говорил, она слушала. И вот тогда княгиня нашла то, что искала. Мощь Византии держалась на христианской вере. Подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». Ольга хотела раскрыть тайну могущества империи, но в крещальной купели уже не Ольга, а раба Божия Елена обрела неизмеримо больше – бессмертную душу и жизнь вечную. Согласно летописной легенде, после крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жены». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью?» И сказал ей царь: «Переклюкала ты меня, Ольга». Княгиня отправилась домой, уже не думая о результатах переговоров, военных союзах, дарах и взаимных договоренностях. Какое это имело теперь значение, когда весь мир стал другим? Возвращаясь в Киев, Ольга была уверена, что ее примеру последуют остальные, пусть не все, но многие. И в первую очередь ее сын, Святослав. Он уже вошел в совершенные лета и вполне готов был воспринять силу христианства. Святослав рос на дружинном дворе, вырос воином. Он принял всю полноту власти и поступал по собственному разумению. Вера христиан казалась ему не просто глупой, но позорной. Что это за Бог, если он позволил себя убить? О крещении Святослав даже слышать не хотел. Надежды княгини рухнули. Киев оставался языческим. Христианами были только приезжие купцы на греческом подворье да близкое окружение княгини, маленький остров посреди моря язычников. Святослав пока терпел христиан ради матери. Но что будет дальше? Прошли годы.
Ольга была уже не правительница, а княгиня-мать. Подросли внуки, но им тоже неинтересны были бабкины иконы. А Ольга надеялась, молилась и верила. Она умерла в 969 году. Святослав выполнил ее последнюю волю, позволил похоронить княгиню по христианскому обычаю. Христиане не допускают сожжения умерших, веря в воскресение мертвых в конце времен. Подготовка тела к погребению имеет глубокий символический смысл и во многом повторяет положение во гроб самого Христа. Тело усопшего, то есть временно уснувшего человека, должно обрести покой. Отсюда слово «покойник». На третий день после кончины усопшего отпевают в храме и в деревянном гробу предают земле, в ногах устанавливают крест – символ спасения. Могила ориентирована так, чтобы усопший лежал лицом к востоку в ожидании утра будущего мира – второго пришествия. Первой из русских правителей княгиня Ольга приняла христианство. И первой же будет прославлена в лике святых равноапостольных, почитаемой и православной церковью, и католической. Спустя 40 лет после смерти Ольги ее внук, князь Владимир, закончив строительство первой на Руси каменной церкви, велит перенести в новый храм прах своей бабки, княгини Ольги. Когда гроб открыли, тело княгини оказалось нетленным. Она казалась спящей. Это было первое в русской истории явление нетленных мощей.